Добрый день! Сегодня я вам расскажу про фиточай «Мудрость природы» мята лимон, лайм, фито, мохито, состав которого входит смесь сушеных и измельченных, мяты, листья, лимон, лайм. Это фруктово-травяной чай, фито, мохито, без консервантов, красителей, без ГМО. Это источник природной красоты и силы, магия качественных натуральных душистых трав. Фиточай упакован в красочную картонную коробочку и разделен на 20 больших круглых пакетиков для удобного заваривания. Пакетики дополнительно упакованы в оригинальную бумажную упаковку для надежного сохранения свежести продукта. Способ применения. Положите в чашку или чайник для заваривания один пакетик фито-чая в расчете на один прием. Залейте кипятком питьевой воды, примерно 250 мл, и настаивайте 5-8 минут. Подсластить можете по вкусу. Храните в сухом месте при относительной влажности не более 75% и температуре от 5 до 25 градусов по Цельсию. Оберегайте упаковку от воздействия прямых солнечных лучей. Спасибо за просмотр и будьте здоровы. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях под видео. Понравилось видео, ставьте лайк. Подпишись на канал, и твоя аптека всегда будет под рукой.